Добро пожаловать в систему Z-Code. Я очень рад, что вы вступили в клуб спортивных инвесторов Z-Code. Я надеюсь, что он поможет вам значительно увеличить ваш капитал и научит вас спортивному инвестированию. Сразу хочу сказать, что я не являюсь звуковым актером, а являюсь экспертом по спортивному инвестированию, поэтому прошу извинить меня за возможные... Прежде чем объяснять, как работает данная система, я хочу показать, за счет чего она выигрывает, то есть что лежит в основе всей этой статистики, данных и прочего, то есть как она работает. Сейчас я покажу специальный инструмент, который используют разработчики. Он называется Backtester. Он позволяет нам тестировать каждую систему на исторических данных. То есть, если создается какая-то система, разработчики могут проверить, какие результаты она показывала на исторических данных. То есть, мы сразу можем знать ее прибыльность, ее возможные риски, просадки и сколько денег она, возможно, принесет. То есть, это не гадание на киселе. Сейчас я переключился в так называемый инструмент для разработчиков. Он позволяет разработчикам проверять каждую систему для различных спортов на исторических данных. То есть она позволяет нам симулировать, что произошло бы, если бы мы ставили с этой системой, например, в течение последних 4 или 6 лет. В данном случае, например, выбран спорт MLB, это профессиональный бейсбол, выбран промежуток с 2006 года, то есть почти 6 лет. Дальше я сейчас не буду углубляться, выбрано большое число различных параметров данной системы, то есть все достаточно серьезно проработано, различные коэффициенты, различные ставки. Это пока все не нужно вам знать, я просто хочу показать, что лежит в основе данной системы. Различные рекомендации и так далее, целая куча параметров, более 80 параметров в формуле. И дальше мы можем нажать процесс и получить результаты по всем этим играм. То есть вот сейчас видно, начиная с 2006 года, я скроллю вниз и идет большое число игр. Я закрою. То есть здесь показаны абсолютно все победы, поражения, как рост баланс, какие были коэффициенты, какие были статусы команд, то есть все до мелочей, все проработано и продумано. И в результате, я вот сейчас быстро проскроллю, я получаю график, как растет мой баланс. То есть видно, что система за 6 лет заработала 26 тысяч долларов прибыли со ставкой, фиксированной ставкой $100. То есть видно, что система очень стабильная и она проработана очень детально. Именно за счет этого она и выигрывает. Итак, прежде чем вы сможете начать спортивное инвестирование, ставки на спорт, вам потребуется, собственно, букмекер, который принимает ваши ставки и где вы делаете ставки. Так как система Z-Code не является букмекером, она лишь подсказывает вам, какие именно ставки делать, какие команды выиграют и какие системы вы сможете использовать, а сами ставки, естественно, делаются в букмекерских конторах. Вы можете использовать букмекер, который у вас уже был, либо открыть новый счет в одном из букмекеров. Например, можно нажать букмекер раздел, и здесь есть список из различных букмекеров, наиболее надежных, такой как, например, Pinnacle Sports. Это один из самых надежных мировых букмекеров, и он использует большое число ставок, которые популярны. Другой букмекер, например, 5 Dimes, Bet365, BetOnline, Bookmaker.eu, Bovada, или, например, можно использовать русский букмекер, называется Marathon, marathonbet.com. Вам не нужно иметь большое количество счетов, достаточно счет у одного из крупных букмекеров, и
Депозит не обязательно делать очень большой, вы можете начать, например, с $300 или $500. То есть не требуется очень больших депозитов. Обычно размер ставки используется как 1 или 2% от вашего депозита. То есть, например, если у вас депозит $100, то ставки будут... Основной раздел Members Carry the Code называется VIP-ставки. Здесь представлена основная информация по играм, которые будут сыграны сегодня или по ближайшую неделю, а также различные обсуждения членов закрытого клуба The Code, их результаты и их ставки. Вначале, если вы никогда не занимались спортивным инвестированием, все это может показаться очень сложным и куча информации новой для вас, но я могу вас заверить, что если в течение недели вы попробуете разобраться со всем этим, то это вам окупится большими выигрышами в будущем. И на самом деле все достаточно просто. Простые ставки на победителя, на спред, либо на тоталы, больше и меньше. У каждого букмекера обычно есть раздел Help, который объясняет вам, что такое тотал, что такое ставка на победителя, что такое спред. То есть это простые термины, которые можно найти даже в Википедии. Если вы умеете делать несколько вот этих простых типов ставок, то никаких проблем у вас не возникнет в использовании системы. Если я буду скроллить ниже, то здесь видно, что пишут члены клуба, которые уже занимаются этой системой достаточно давно, и эксперты системы. Видно, что люди выигрывают большие средства здесь, и вот тут, например, Марк пишет, что у него был большой выигрыш сегодня, и он выиграл несколько юнитов на различных командах. И до этого он в предыдущий день публиковал, естественно, свои ставки. То есть вы можете просто следовать экспертам и выигрывать, как и они. Вот Джонатан пишет, что у него две победы, одно поражение. Небольшой профит вчера был, а всего он сделал 26 юнитов профита. Юнит – это обычно размер вашей ставки, то есть, например, 1 или 2% от депозита. То есть видно, что здесь имеется большое число экспертов, которые реально ставят, которые живут с прибыли на своих ставки. И вы можете следовать им и выигрывать. Если вы совсем английского не знаете, то проще использовать кнопку «Перевод». Тогда система попробует с помощью автоперевода перевести их комментарии в режиме реального времени. Либо нажать вот эту кнопку и «Translate», и она попробует вам перевести их комментарии в реальном времени. Также вы можете задать свои комментарии, вот здесь, например, написать, что вы думаете, или ваш вопрос, если вы пишете на русском, то он будет автопереведен на английский для других экспертов. То есть у вас не возникнет проблем в общении, если вы даже не знаете английского. Вот здесь ниже находится раздел, в котором проанализированы различные игры. The Code покрывает игры в течение всего года, то есть нету промежутков, когда нет вообще ставок никаких. Обычно ставки на баскетбол, бейсбол, американский футбол и хоккей. Также есть ставки от экспертов на футбол и другие виды спорта, например, на лошадиные бега. Здесь достаточно много информации, которую я сейчас не буду, естественно, описывать подробно, чтобы не отнимать время, но вы можете самостоятельно ее посмотреть, она переведена на русский, достаточно понятно. То есть видно, например, статус команды, что если горячая команда, значит она выигрывает в хорошем состоянии. Если команда, например, в среднем состоянии, то это так себе. Бывают команды, например, вот здесь мертвая, то есть она постоянно
проигрывает, у нее полоса побед и поражений, lose. Эта команда холодная, значит, она еле-еле держится и часто проигрывает. То есть все достаточно очевидно, достаточно просто. Здесь даны процентажи побед наших команд, а также звезды, которые показывают ценность данной ставки. Однако, хочу вас уберечь от ошибки, не нужно делать ставки только потому, что здесь много звезд. Это то же самое, что делать ставки, например, если много рейтинга у команды. То есть это лишь всего лишь один из параметров, но не самое главное. Значит, также можно прочитать комментарии по каждой конкретной игре, что думают эксперты по этой команде. А также слева всегда представлены процентаж публики на каждую команду. Красным — это команда, которая играет в гостях, она обычно первая, а синим — это домашняя команда, она вторая. А также чуть ниже слева показаны изменения коэффициентов. То есть можно кликнуть и посмотреть, как менялись коэффициенты на фаворита, андердога. То есть тут масса серьезной информации, которая поможет вам выиграть. Вы можете посмотреть рейтинги, вы можете посмотреть последние личные встречи. Вот эти две команды не встречались. Сейчас я посмотрю другие. Например, вот эти команды. Личные встречи, видно, как они играли друг с другом. Вы можете посмотреть прогнозы по тоталу, вы можете посмотреть осциллятор, то есть как команды идут. Я подробнее потом расскажу про каждый из этих инструментов, чтобы сейчас не отнимать время. В общем, здесь представлено огромное количество информации, которая может показаться достаточно сложной сначала, поскольку она используется профессионалами, кто занимается спортивным инвестированием многие годы и живет на выигрышах с инвестированием. То есть все очень серьезно. Если вы только начали, то самый простой способ — это следовать экспертам. То есть, например, нажать «Системы», и здесь написан список систем, которые разработали эксперты, которые вы можете следовать. Они очень простые, и они публикуются на закрытом форуме, членском форуме. То есть публикуются конкретные правила и конкретные ставки, которые вы можете следовать. Вот, например, новая система для NBA баскетбола называется Aragorn. Она представлена на форуме, и здесь подробно описаны ее правила, вы можете перевести их. Также представлен бэктест, то есть как она показала себя на исторических данных. Показано, как делать ставки в различных букмекерах, как что нужно делать, то есть все подробно разжевано, очень легко понять. Также это можно перевести автоматически на английский. И дальше представлена, например, вот здесь слева конкретная ставка, которая была сделана, и как ее делали в конкретном букмекере. И она, естественно, выиграла. Ну, разумеется, не все ставки выигрывают, но цель — сделать прибыль в долгой перспективе. То есть надо хорошо понимать, что ставки — это процесс, это не казино, где вы хотите выиграть прямо сейчас и все ставки. То есть у вас будет определенное число побед и поражений, и самое главное, как я показывал, это рост вашего депозита. То есть он будет расти достаточно плавно, хотя и, естественно, будут небольшие просадки. Но если вы достаточно долго этим занимаетесь, то прибыль практически гарантирована. Поэтому я желаю вам удачи и предлагаю вам начать инвестирование в Z-Code и выигрывать с этой системой, следовать экспертам и добиться успеха. Если будут вопросы, пишите. Если прочитайте также форум, там описано большое число различных вопросов, какие ставки использовать.